селе Вольдино Усть-Куломского района до конца года построят социокультурный центр со зрительным залом на 50 мест. Напомним, старое здание сельского клуба несколько лет назад окончательно пришло в негодность, и его пришлось демонтировать. Сейчас же многочисленным творческим коллективам приходится ютиться в местной школе либо в сельской администрации. За основу же взят проект социокультурного центра «Радлун» деревни Горьковская Сысельского района, открытие которого состоялось в прошлом году. Специалисты районной администрации уже выезжали на объект, чтобы осмотреть помещение центра и в дальнейшем, если понадобится, внести коррективы в строительство храма культуры Вольдино. План строительства социокультурного центра Вольдино включен в адресную инвестиционную программу Республики Коми. Все лимиты бюджетные до нас уже доведены. Сейчас мы подготовили план-график для того, чтобы можно было объявить аукцион. Стоимость строительства составляет чуть более 32 миллионов рублей. В соответствии с проектной документацией мы должны завершить строительство до конца текущего года. Параллельно с этим ведется работа по проектированию клуба в селе Деревянск. Здесь же за основу взяли здание из Калужской области, на которое будут опираться во время строительства. В администрации района рассчитывают в этом году зайти на госэкспертизу, чтобы уже в следующем получить положительное заключение.